Диковинный плюшевый зверь был лишь трогательным воспоминанием из советского прошлого. А теперь он дал знаменитой строчке «Лучшее, конечно, впереди новую жизнь». В истории современного российского кино настал переломный момент. Кто бы мог представить, что герои голливудских блокбастеров и душераздирающих мелодрам в прокате уступит место Чебурашке, побившей все возможные сборы в прокате. Руками разводят даже самые въедливые кинокритики, новая версия истории зверушки из ящика с апельсинами принесла создателям на момент подписания номера около 5,5 миллиардов рублей. Это больше, намного больше, чем, например, фильм «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли. Комедийная лента в течение нескольких лет занимала высшую точку на коммерческом пьедестале. Кстати, создатели картины уже приступили к съемкам продолжения. Но пока одеяло на себе перетягивает ушастая говорящая игрушка. Уточним.